Дети держат меня на голодном пайке с сюжетами для клипов. Вот за сегодняшний день всего одно видео. Уже к концу дня, к вечеру. На видео мороженое внук везет домой. Обсуждает с папой, как между сестрами и мамой. Ням-ням, вы купили мороженое? Произвести его дележку. И хотят, идет десяток лет, уже восьмой. С пословицей, когда расте начало, то в голове мочало. Продажа, клипы я снимать понемножку. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет. Что будет есть, рожок? Интересно. Очень интересно.